Оргкомитет по вопросам проведения 7-го международного фестиваля «Лукоморье-2017» состоялся сегодня в администрации округа. Конкурс художников пройдет в одноименном детском лагере, расположенном в селе Саватеевка с 10 по 20 мая. Заявки на участие уже подали более 100 мастеров со всего мира. Все 5 континентов прислали заявки к нам. Заявок с каждым годом становится больше. Эскизы все интересней, работы все интересней. Отбирать их все сложнее. Но, как и прежде, мы отдаем приоритет в выборе команд тем странам, которые у нас еще не присутствовали, не показывали свое мастерство. В прошлом году была объявлена тема сразу на 3 фестиваля – «Вера, надежда и любовь». Так как 2017 объявлен годом экологии, лейтмотив «Лукоморья-2017» звучит так – «Байкал, надежда человечества».